представляется делегату съезда, бывшему активному комсомольцу, героическому участнику гражданской войны, потерявшему в борьбе за советскую власть здоровье, но самоотверженно продолжающему оружием художественного слова борьбу за высшие идеалы человечества Островскому Николаю Алексеевичу, автору замечательного произведения «Как закалялась сталь». Товарищи, я глубоко счастлив, что могу передать свой комсомольский привет лучшим сынам советского народа, собравшимся на свой 9-й съезд. Мне трудно говорить спокойно. Громко стучит сердце. Оно бьется так сильно, как в прежние годы, когда комдив командовал: «Шашки наголо! Приготовься к бою!» Мы всегда пытались быть похожими на тех людей, которых зовут старыми большевиками. И когда 8 лет назад суровая болезнь свалила меня в постель, сковала неподвижностью, ослепила глаза, я всеми силами пытался доказать, что молодое поколение рабочего класса не сдается ни при каких условиях. Меня часто спрашивают, особенно зарубежные журналисты, очень ли я страдаю, не приходит ли ко мне отчаяние в безвозвратно потерянном счастье видеть, двигаться. Приходит иногда. Но все-таки, товарищи, жизнь многогранна. И я глубоко счастлив от того, что моя личная трагедия оттеснена неповторимой радостью творчества. Что я вернулся в строй и продолжаю борьбу вместе с вами, героями моего романа. Корчагин. Корчагин. Последний раз спрашиваю. Отрекаешься от революции? Отрекись. Ну чего молчишь? Отрекаешься? Говори. Нет. Нет. Отречешься перед всем миром. Отречешься. Я заставлю тебя это сделать. Отрекаешься. Отвечай. Нет. Нет.
Идол. Идол. Отрекаешься? Отвечай! Ну вот я пришел к тебе переночевать. Примешь? Конечно. А мы никого не разбудим здесь? Нет. Мама уехала к старшей сестре. Артем уехал за мукой на заработки в село, в кузне. А что-то с тобой творится? Глаз кровью затек, дрожишь весь. Что такое? Сон мне приснился. Страшный. Расстреливали меня из пулемета. Петлюровцы. О смерти пока что говорить не будем, браток, рано еще. Ну, а если случится так, умереть тоже надо уметь. Смерть — это последняя мобилизация человека. Кто-то хорошо сказал, чтобы людьми оставаться, надо уметь умирать. Подумать только, Павел. На всей земле пожар начался. Восстали рабы, чтобы старую жизнь на дно потопить. Но для этого братва нужна отважная. Люди крепкой породы. Очень мне хочется, Корчагин, чтобы ты стал хорошим борцом за рабочее дело. Драться я тебя научил, стрелять тоже, гарибальдеец. Но правда, в одиночку биться, жизни не перевернуть. Федор, ты кто? Большевик, подпольщик. Понятно? Да. Но если понятно, то об этом никто не должен знать. Если не хочешь, чтобы кишки из меня выпустили. Понял. Ну вот и хорошо. Все понял, Федор. Вдали за рекой, за
сверкали огни. В небе ясном заря догорала. Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала. Они ехали долго в ночной тишине по широкой украинской степи. Вдруг вдали у реки засверкали штыки. Это белогвардейские цепи. Им без страха отряд поскакал на врага. Завязалась кровавая битва, и боец молодой вдруг поник головой. Комсомольское сердце пробито. Там вдали за рекой уж погасли огни. В небе ясном заря загоралась. Капли крови густой из груди молодой на зеленую траву сбегали. Дорогая Джемма, завтра утром на рассвете меня расстреляют. Я любил вас, Джемма, когда вы были еще маленькой, нескладной девочкой. Я и теперь люблю вас. Что касается завтрашнего утра, то я совершенно спокоен. Мне больше нечего просить у судьбы. Я знаю, эти люди, возвращаясь к тайным пыткам и казням, только помогают нам, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что если вы живые будете держаться вместе и бить крепко, вам предстоит увидеть великие события. Я же свою долю совершил. Смертный приговор говорит за то, что сделал ее добросовестно. Они убивают меня, потому что боятся меня. Чего же больше может желать человек? Прощайте, любимая Джемма. Овод. А ну, сматывай удочки отсюда. Здесь место мадемуазель Тумановой. А вы сами ушивайтесь отсюда. Вот сволочь. Ты еще так разговариваешь, рвань несчастная. Пошел вон!
Что, мало? Еще хочешь? А вы почему не ушиваетесь с ними, барышня? Я хочу поговорить с вами. О чем? Как вас зовут, например? Павка. Корчагин. А я Тоня Туманова. Павка. Неинтересно звучит. Лучше Павел. Я вас буду так называть. Вы учитесь или работаете? Работаю. Где вы научились так мастерски драться? А вам-то что до моей драки? Не сердитесь, Корчагин. Нельзя же так бить немилосердно. Жалко их. Страшно. Мне жить надо. Я тут с вами стою. Господи! Спаси, Ваня! Приговор! За нарушение приказа коменданта города Шепетовки о немедленной сдаче ворованного со склада огнестрельного оружия железнодорожники Марченко, Ворон, Приходько, Назаров, у которых при обыске были найдены винтовки, приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Не стреляйте! Не стреляйте! Где же святое место? Вам заклинаю вас, не стреляйте здесь! Господи! Спаси, Ивана! Господи! Не расходиться! Привести приговор в исполнение! Приготовиться! Все равно я свой револьвер. Павел, ты... Нет, ты... Никто ты... его никогда не найдет у меня. Выброси. Уничтожь. Прошу тебя. Почему? Я очень боюсь за тебя. Я научу тебя стрелять. Знаешь, когда умеешь стрелять, ничего не страшно. Только ты смотри, не предай меня. А то расстреляет, как их. Я никогда никому не предам тебя. Верю. Тоня? Thank you.
хорошо, что вы пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. А ваш отец не потурит меня? Нет, не потурит. Мадемуазель Туманова, не буду вам мешать. Ну и книг у вас. А вы любите книги? А кто же их не любит? А какая книга вам больше всего нравится? Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Гарибальди? Я все 65 книжек прочитал. У меня как зарплата, так я по 5 книжек покупал. Вот человек был, к такому бы и я пристал. Вы знаете, где Гарибальди поклялся освободить свою родную Италию? Нет, не знаю. У нас в России. В Таганроге, в маленьком кабачке. Интересно. Я никогда не слышала об этом. Вы играете на рояле? На чем? На рояле. А, на рояле? Нет, я на гармошке. Корчагин. Мой новый товарищ. Подойдите ко мне, молодой человек. Играй, Тони, играй. Все-таки, где ты его взял? Стащил у одного офицера. Жильца адвоката Лещинского. Представляешь? Утром офицер обнаруживает пропажу револьвера. Вызывает к себе денщика. И морду ему со всей силы. Потом кричит. А позвать ко мне сюда адвоката Лещинского. Адвоката Лещинского ко мне! Почему в вашем доме пропадают револьверы? Почему в вашем доме пропадают мои револьверы? И в морду ему, в морду! А где ваш сынок? Где сын ваш? Позвать мне его сюда! Ах ты ж, сволочь! Где мой револьвер? Где мой револьвер? И в морду ему, в морду! Бери. Целься. Целься, в нем нет патронов.
Молодец. Вот в это дерево. Так. О, хорошо. Левее. Руку не напрягай и на спусковой крючок медленно нажимай. Так. Хорошо. Павлуша, ну где ж ты был? Мама, Федор не приходил? Нет, не приходил. Ну, как ты мог, Павел? Целый день, бог знает где. Я чуть с ума не сошла. Что с тобой? Павел. Мама. Павел. Ты никуда не пойдешь. Нет, пойду. Я не пущу. На улице вон что делается, а ты? Я пойду, мама. Нет. Нет. Ну где же Федор? Ведь его уже 2 дня нет. Где он может быть, мама? Ну, может, у знакомых остался. А может... Что может? Ума не приложу.
Павел, вернись! А вроде бы комиссар. Комиссар, а? Комиссар! Да я по глазам вижу, что комиссар! Спасибо, браток. А теперь будем прощаться. Я через фронт к нашим подамся. На, бери. У тебя был такой красавец, а мы текали. Испугался. Немного. А я крепко передрефил. Подарок? Ага. И тебе не жаль? Жаль, но все равно бери. Спасибо. Домой ночью возвращайся. Федор, не погибнем, выживем и встретимся. Я с тобой, Федор, через фронт. Домой. Федор. Thank you.
Мама. Он сволочь. Где жухрай? Куда ты спрятал жухрая? Ты мне скажешь... Павел, беги! Беги! Пусть Павел! Не знаю, тебя тут! Павел, беги! Спрашиваю еще раз. Ты помог жухраю скрыться. Говори, где он? Отвечай. Не скажешь? В погребе найдут твой скелет, скрученный колючей проволокой. Будешь отвечать? Во что вы превратили караульную? На место! Нет! Развалились поросные свиньи! На место! А ты чё раскричался? У нас своё кричало есть! Ты с кем разговариваешь, морда? Встать! На что вы стали похожи? Стадо баранов! Банда с большой дороги, а не казаки! Ох, и везёт же тебе! Наскочи на другого коменданта, уже панихиду бы справил. Каким ветром занесло? Хороший ветер. На фронте так жмут, вода капает. Так ты-то чего здесь? Полковник прислал порядок навести. Головной атаман здесь парад принимать будет вместе с каким-то заграничным гусем. Может, и к тебе заглянут. Мне лично приказано проверить, кто и за что у тебя сидит. Что это за стервец у тебя? Жухрай помог удрать. Знает же, сволочь, где он, и молчит. Неделю с ним бьюсь, ни черта. Комендатуру запрашиваю, может, шлепнуть? У меня заговорит. Я тебя научу дознание брать. Где жухрай? Где жухрай, отвечай. Где жухрай? Отвечай, где жухрай? А ты, парень, за что попал сюда, к политическим? А вы за что? Я? За агитацию среди петлюровских казаков. Можно сказать, попался с поличным. Раздавал воззвания, чтобы сдавались и переходили к красным. А я за освобождение одного матроса-большевика. Так это ты жухрая выручил? Вот оно что. А я и не знал, что ты сюда попал. Какого? Жухрая? Не знаю я никакого жухрая. И вообще, мало ли какое дело мне могут пришить. Да, парень, ты видно то, что надо. А вот что сюда попало, я тебя все знает. Помогите, товарищи. Сейчас. Это дело не к черту. Можно сказать, совсем дрянь. Осторожно, не поцарапай. Это осторожней. Да, положение наше с тобой хуже губернаторского. Но ничего. Не больно? Шепетовское подполье выручит. Посмотрим, что из этого выйдет.
Ты свободен. Все знаешь? Тебя арестовали за какого-то матроса, большевика. Да. Теперь тебя отпустили. Бежал. Но меня, наверное, уже ищут. Сюда попал. Ноги сами принесли. Павел, милый, родной, хороший мой. Слышишь, я тебя не отпущу. Ты никуда не уйдешь отсюда. Ты останешься у нас. У нас здесь спокойно. Ты пробудешь сколько тебе нужно. Нет, Тоня. Мне нужно уйти. Сейчас же, немедленно. Если ты сейчас уйдешь, мы больше никогда не увидимся. Тонечка, милая, но мне нужно удрать из Шапитовки. Куда? Я думаю, на Умань. Или в Киев подамся. Но уйти нужно сегодня же, иначе будет поздно. Нет, нет, я тебя никуда не отпущу. Ты можешь помочь мне? Сходи к Артему, расскажи ему все. Он сам решит, что дальше делать со мной. Хорошо. Не боишься? Боюсь. Но я пойду. В 6 часов утра Артем будет ждать тебя на товарной станции. Тоня, спасибо. Я люблю тебя, Павка. Я тоже очень люблю тебя, Тоня. Не могу я тебе рассказать об этом. Не умею. Но вот когда кончится заваруха, я обязательно стану монтером. И если ты от меня не откажешься, если ты действительно серьезно, а не игрушки ради, я буду тебе хорошим мужем. Я никогда тебя бить не буду. Душа из меня вон, если я обижу тебя чем. У нас осталось всего несколько часов. И, может быть, мы больше никогда не встретимся. Встретимся. Не может быть такого, чтобы мы с тобой больше никогда не встретились. Серега, ну будь. Валя, скорее, скорее! Торопитесь! Павел, торопись. Торопитесь! Сережа! Сережа, вернись! Валя!
Только неполных 17 лет, а он уже больше года воюет. А, разведчик, кавалерист, ранен, был ранен в позвоночник, перенес тиф. А теперь вот эта контузия. Не понимаю, как можно брать таких детей в армию. Безобразие. Дайте, пожалуйста, историю его болезни, заключение врачей. Скажите, как долго он пребывает в беспамятстве? Уже 13 дней. Спасибо. Все бредит, мечется. Приходится дежурить у его постели круглыми сутками. Да. Пробита черепная коробка. Рана глубокая? Очень. Парализована вся. Что это за слово? Правая сторона. Понятно. Правая сторона головы. Кровоизлияние правого глаза. Глаз вздулся. Во избежание осложнения, как это ни печально, глаз нужно удалять немедленно. Впрочем, да, жаль его юность, но вырвать ее у смерти нет ни малейшего шанса. Теперь я чувствую, что положение безнадежно, хотя все это время надеялась. Но надеяться можно только лишь на чудо. Какой у него сейчас пульс? 138. Температура? 39,9. Едь. Пить. Что вы сказали? Повторите, что вы сказали? Скажите, пожалуйста. Скажите, вы меня слышите, больной? Больной? Вы слышите меня? Повторите. Корчагин, откройте глаз. Корчагин, откройте глаз. Корчагин, откройте глаз. Корчагин, вы видите меня? Скажите, вы видите? Вижу. 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 Кристина, где я тебя видел? Где я тебя мог видеть? Молчишь? Ну, значит, я ошибся.
же чувствую твой взгляд. Тоня. Ну скажи, это ты? Здравствуй, Тоня. Написал легко ранен, обманул. Что с тобой? Что у тебя с головой? Осколком стукнуло. Глаз ослеп. Но снаружи, говорят, вид нормальный. В общем, пустяки. Жаль, что правый. Лучше бы ослеп левый. Как же я теперь целиться буду? Не думай об этом. Не думай. Не могу не думать. Какое счастье, что ты у меня есть. Тебе очень больно? Нет. Могу похвастаться. Я очень понравился здесь врачам. Потому что стонал только, когда терял сознание. Говорят, я часто повторял твое имя в бреду. Бредил твоим именем. Целый год прошел. Год, как мы с тобой не виделись. И какой год? Господи, ты поправишься? Будешь жить у тети. Здесь, в Киеве. Хорошо. Я к тебе буду каждый день ходить в госпиталь. Спасибо. Вот и все. До свидания. Спасибо, Христина, тебе. Будете долго жить, если на этот раз выжили. Постараюсь. Куда же вы теперь, Павел Андреевич? Не знаю. Все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, я не струшу. Товарищ время, ты только прикажи, я не струшу. Товарищ время, я снова поднимаюсь по тревоге, и снова бой такой, что пулям тесно. И только не взорвись на полдороги, товарищ сердце, товарищ сердце. И только не взорвись на полдороги, товарищ сердце. В большом дыму и полночи, и полдни, а я хочу от дыма их избавить.
Ты только все, пожалуйста, запомни, товарищ память, товарищ память. Ты только все, пожалуйста, запомни,